В Мариинской гимназии презентовали интерактивную карту Ульяновской области. Над ней работали 3 года. Карта представлена в программе PowerPoint и сочетает в себе информативность учебника, а также наглядность и разнообразие энциклопедии. Пособие по краеведению помогает ученикам в подготовке к олимпиадам и создано самими школьниками. Ученики 8 и 9 классов на протяжении 3 лет участвовали в разработке интерактивной карты. Они сами выбирали район, который им наиболее интересен, по которому они смогут провести исследования. Поэтому карта получилась очень интересная и наглядная. Мы, кураторы, занимаемся сбором и обработкой этой информации, чтобы представить ее в удобном и доступном виде. Сегодня создатели карты презентуют ее семиклассникам, чтобы передать эстафетную палочку проекта. Карта включает в себя информацию по всем районам области. Также представлены сведения по водным объектам. Информация пополняется постоянно. Карта дает возможность и сочетает в себе энциклопедию, учебное пособие, интерактивность, красочность. Притом, надо сказать, что фотографии, которые были показаны здесь, это фотографии самих детей, которые путешествовали по области и приносили нам их. В будущем интерактивную карту Ульяновской области планируют выложить в интернет, чтобы пособие могли воспользоваться, а также дополнить его своей информацией все учебные заведения региона.